Добрый вечер. Вас приветствует информационная служба телекомпании НТВ. Сегодня президент Ельцин, беседуя с журналистами, прояснил многие свои позиции по внутриполитическим вопросам. В частности, президент разочарован ситуацией в Чечне и недоволен министром иностранных дел Козыревым. Президент считает Скокова умницей. Президент ясно дал понять, что не допустит прихода коммунистов к власти. Борис Ельцин собрал журналистов в канун своего отъезда в длительную зарубежную командировку. Его ждут во Франции, а затем в США. На время своего отсутствия в Москве президент обеспечил общественность пищей для размышлений. Подробнее Андрей Черкасов. Самое большое разочарование этого года для меня, конечно же, Чечня. Эти слова прозвучали сегодня из уст российского президента на встрече с журналистами в Кремле. Пресс-конференция главы государства продолжалась больше часа и была приурочена к предстоящему визиту Ельцина в США на полувековой юбилей Организации Объединенных Наций. Президент по-прежнему считает, что ввод федеральных войск в Северо-Кавказскую республику около года назад не противоречил государственной конституции. Однако политику, свидетелями которой стали россияне, со слов Ельцина можно было провести тоньше и дальновиднее. Похоже, даже сам глава государства не ожидал, что события примут подобный оборот.